Кинокомпания New Line Cinema представляет фильм. Леди и джентльмены, мое вам здрасте. Добро пожаловать в наш уютненький дурдом. Проходите, присаживайтесь поудобнее. Одевайте смирительную рубашку по размеру. Мы продолжаем прохождение народной солянки. Объединенный пак 2-1. Пришли мы к той. Сейчас попробую я сначала, наверное, поставить турели. У меня две штуки оказалось всего. Да, турель тайфун, две штуки. Ну да ладно. Поставим эти две. Надеюсь на их помощь. И носатого Хоттабыча. Где-то вот здесь будем обороняться. Сейчас мы ее тут. Базилу эту поставим. Так, использовать. Конечно же использовать. Давайте еще вот с этой стороны. А то понесется сейчас тут душа в рай. Волна мутантов, ребята, использовать. Все, пойдет. Пойдем к ней поговорим. Где ты там, буржуй? Засел. Патронов, правда, у меня не ахти натаскал, но зато я огнесмеси набрал. Подствольных гранат аномальных вороненков насобирал. Там штук 100, наверное. Не знаю я. Я не опоздал на представление. Вы без меня не начинали? Оставь свои шуточки при себе. Мы тут все на взводе. В ближайшие дни решится судьба всей зоны. Неужели тебе не страшно? Или ты до конца не осознаешь надвигающую на нас опасность? Ладно, ладно. Чувство юмора у тебя начисто отсутствует. Какова обстановка? Все ли готовы к обороне? Защитники разобрали оружие, боеприпасы, медикаменты, ПНВ и мини-рации. Твоя доля лежит в рюкзаке рядом с чудаком. Это лишь часть припасов. Больше ты не сможешь унести. Остальное будешь таскать ловкач. Седой смог достать несколько интересных игрушек. Тебе должно понравиться. Тротиловые шашки, пластиты, самодельные бомбы держи при себе. Не оставляй, где попало. Вышеперечисленную взрывчатку после установки не подбирай. Сигнал от любого детонатора может привести ее в действие. Мины и всю взрывчатку я бы разместил на дальних подступах к кораблю. Как только заметишь мутантов, используй детонаторы. Но учти, что взорвутся все установленные бомбы. Мы поставили бочки с топливом по всему периметру вокруг Шевченко. Не стреляй, куда попало. Мерцающий удачно перенастроил турели на отстрел монстров. Радиус обстрела равен 80 метров. Одну из турелей мы установили на контейнере на носу корабля. Остальные пригодятся в двух других точках обороны. А, ладно, Ной. А ты все продумал? Круглов не сказал, сколько мутантов засек детектор движения. Лучше тебе этого не знать. То, с чем нам придется столкнуться, зона еще не видывала. Поэтому не теряй ни секунды. Бери патроны, проверь свою пушку и начни минировать подходы к кораблю. Чуть не забыл отдать тебе гранатомет. Используй его с умом. Зарядов к нему очень мало. Ладно. Куда делся отряд свободы? Ты писал, что они здесь. Они обследуют наш правый фланг обороны, лагерь Изумрудная. Обещали скоро вернуться. Ты еще здесь? Вперед, за дело. Лады, уже бегу. Так, где тут возле носатого у нас нычка? Ага, вот она. Что он тут нам положил? Ох ты ж, нормально так. С юга движется большое число мутантов. Впервые регистрирую такое количество. Ой, ёшки. На мониторе одно сплошное пятно из меток. Будут у вас через 8 минут. Что бы там ни происходило, желаю вам выбраться оттуда живым. Так, через 8 Долгеры, минут. Братья, я не обладаю талантом произносить ободряющие речи. Ха-ха. Но хочу сказать вот что. Мне неизвестно, как закончится сегодняшний день. И увидим ли мы закат солнца. Нас не так уж и много. А наши шансы выжить еще меньше. Но я знаю одно. То, что вы находитесь сейчас здесь, рядом со мной, говорит о том, что люди не утратили веру в будущее, веру в друг друга и веру в самих себя. Это дает нам преимущество над любым врагом. Запомните это. Ха-ха, ребята, через 8 минут понесется. Нормально, блин. Я занимаю верхнюю точку. Сейчас кто там у нас первый на подходе? Сейчас мы тут разнесем. Все в пух и прах. Где они? Не вижу нифига. С юга, говорит, идут. А с юга это тут идут? Что-то я не в ту точку стал. Коллектив, кажись, понеслась. Вон они, ребята. Блин, то что-то я не знаю, что... Ой, много их, елки-палки. Бам, столько. Давай, давай, бум, столько. Есть контакт. Бам, столько. Не знаю, собак сильно много. Бум, столько. Готовченко. Так, собачары покатили.
А что тут у нас? Все разнеслось? Было бы штука. О, бедя зацепила. Ё-моё, зацепила бедя. Так, что тут? Ну да, сами добьете же этих кабанчиков. Во, вроде бы перетерли. Все, кажись. О, это что, и все такое, что было? Нормально, блин. Так, теперь что надо ждать? Нет, ну мы-то подождем. Так, а моя турель не пострадала? Нет, нормально, вроде бы справились пока. Продолжаем маневрирование. Сейчас, наверное, надо покурить или что, подождать. И я вообще не пойму, что делать. Может, оружие поменять? Где там большая волна монстров? Большая волна собак там или кого? О, смотрите, уже таскают. Подтащил в укромное место. Сейчас он этот трупик изнасилует, это точно. От него все можно ожидать. Ну да ладно, вроде бы перекурили. Так, интересно, кто следующий будет? Ё-моё, коллектив, вы посмотрите, что творится-то, а? О, пипец. Так, это как с вами бороться-то, а? Товарищи. Ой, что-то я не то взял. Вон что-то. Ой, меня даже зацепило. Смотрите, что происходит. Ёлки-палки. Тут с этой стороны что творится? На, нафиг, получай, фашист, гранату. Не, если таким макаром все будет происходить, то я не знаю, я их быстро победю. О, зелененький приперся. Давайте сбегаем кому вниз. Так, чтобы патроны поменять с рассеком. Ох ты ж, там нападение. Коллектив там мной обижают. Где там кто? А вот это. Так, ты спать, родной. Ой, ты. Ой, тварь зеленая болотная. Ты что сюда приперся-то? Спать, родной. Что-то я не понял. Это как они сюда прорвались? Ха-ха-ха, смотрите, носатый красавчик. Блин, значит, что-то еще внизу там есть. Ну-ка, сейчас мы тут выкурим. А где товарищи? Ага, вон она. Ой, что наши? Ребят, пули, вы что? Пропустили, тут такой смачный сосык был. А, один куда-то пошёл. Ты куда пошёл? Там же гранаты мои стоят. Ай, убегает. Ой, ё-моё, смотрите, что творится. Опять собакины. До вас порно не хватает. Зелёненький он был. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, что-то такой непорядок. Надо куда-нибудь повыше залезть. Ты что сюда попёрся-то? Чё они тут заспавнились, я не понял. Ну-ка давайте, турели, мочите их всех. Бам, только бам. Так неинтересно. И чё, белые, смотрите, красные, всякие ужасные. Вот я артефактов подоставил-то. А. Я пошел там, понимаешь ли. Посмотри, что там творится. А тут такое. Собаки заспавнились, вот дают, а. Так, и чё это у нас? Продолжение следует, где продолжение банкета. Не, я лучше, наверное, наверх залезу. Опять толпень собак, блин. Вот дают так. Смотри, что творят, а. Бам, на тебе только. Ох ты ж, смотрите, на них плохо аномальные гранаты даже действуют. Волки какие-то. Блин, да что ж такое-то, а? На тебе вот так вот. Легли. Спать отправил про отцам. А ну этого добьют сами. Что-то мне жалко на него гранату тратить. Прилетело. Блин, это пипец, ребята. У нас тут точно наступает. Че, ночью тоже что ли воевать? Я бы так не договаривались. Я думал, тут-то зомберов будет. Монстриков всяких килограммами, километрами. Вон, смотрите, еще идет. Может, вот, что-нибудь там бомбануть. Вот, со снайперки Фенрира. Это что такое там? Бомб кто-то. Готов. Так, а ты кто? Кто это спать, родной? Так, ладно, это я что-то, ребята, разошелся нафиг. Так, где мой подствольный гранатомет? О, смотрите, опять собаки нас таскают. Не, хорошая штука, огнемет коллекционировал, аж пек красота. А давайте как бы сейчас вот до следующую волну вот эту вот штуку попробуем. Что это такое? РП, ракетный. Короче говоря, огнемет тоже. Ой, ребята, они прям на корабле заспавнились. Я тут приготовил для них огнемет нафиг. Они, смотрите, что творят. Вам только, вау, есть контакт. Нифига себе, меня мочканули свои же, ха-ха, кажись. Ой, а, это я, это самое. Ох ты ж, это еще что такое, каракатицы. Я не понял, головешки, вы что здесь раздухарились? Наши что тут, живые, живые.
А тут все же бессмертные. Нифига себе, я пошел на нос корабля, а тут такая оказия. Ёшкин ты свет, а? Они прям вот здесь на корабле заспавнились. Вот это бывает же такое. Тазик. Что-то даже я вообще не вкурил с этой волды монстров. Это что такое вообще творится? Может здесь походить? Фу, артефакты меня спасли, блин. Во, вижу на радаре какое-то шевеление, ребята. Хиките, что там творится? Ха-ха, бабам столько есть. Ха-ха, всю толпу сразу же положил. Они там кого-то грызли или между собой, что-то я даже не понял, нифига. Ха-ха, по приколу. Так, один остался. Это кто у нас там такой? Так, ну как мы его? Все, мы его жахнем, вот есть. Где ты там шарохаешься? Ага, вот она. Лысая тварь болотная. Так, нормально. Смотрите, как она бальные гранаты. Вообще красавчик. А вот это они бьют нафиг. Главное, чтобы здесь у нас товарищи не заспавнились прямо на самом корабле. То это не есть хорошо. Ага, надо повыше забраться, да снова подождать их. Я постоянно вот с этой вышки наблюдаю, стою тут на помосте. Блин, ребята, это же Карагандинский, этот самый цирк, вместе с зоопарком сбежали. Так, ну пока никого не видать. Почему, я не знаю, сообщение не приходит. Мне эту ночь уже, если честно, осточертело здесь воевать с монстриками. Ну-ка, ну-ка. Ой. Ой, так сделаем. Во. Вот это уже другое дело. Ладно, контролируем обстановку. Блин, а я говорил, они могут заспавниться, эти засранцы, прям на корабле, ребят, смотрите, что творится. Бам, сука. И все. Ха-ха, и готово. Держите меня, говорит, с севера. Так, где там еще, внизу, да, что ли? Что-то я не понял, кто там с кем бочится. Блин, стоит туда-сюда бегать надо, оказывается, чтобы было повеселее. А так, на одном месте стоишь, это вообще ничего не происходит. Или, может, они каждый час спавнятся. Ребята, напишите мне там в комментариях, это что-то я не пойму, никак курить не могу. Что здесь такое происходит? Я столько патронов набрал нафиг, и все никак не могу их использовать. Аномальные гранаты, бабах, шарах, и все, и нету никого. С подствола вообще капитально лупит нафиг. А мне это нравится. Я-то думал, здесь будет ой-ой-ой, убирает зайчик мой. Не, пойдет, нормально. Ладно, занимаем свой пост и будем ждать. Блин, опять ребята свистуны. Смотрите, опять они здесь, а. Бомб, сука, есть контакт. Ха-ха, вот так вот мы с вами будем. Ой, блин, ты что-то все загорелось. Полюбила меня, блин. Да, я таким макаром-то я с вами быстро разберусь. На, вот это получи, бубен. Наши-то бессмертные, во, отбились, кажись. Правда, когда волна идет, тупить начинает немного компьютер. Я вообще не знаю, кто это такой придумал по ночлежке? Смотрите, что творится. Собаки тут в основном первый день. Блин, мне что-то это уже это самое. Не особо нравится. Когда вот эти все... Ага, после каждой волны, короче говоря, трупики исчезают. Это уже хорошо. А так бы оно вообще было бы не есть хорошо. Ой, что это там такое? А, это наши бочки, кажется, стоят. А, нет, это темно, темно, как у негра подмышка, ребята. Если я, короче, начинаю перемещаться по кораблю, особенно вот на нос, если я лезу, почему-то мутант вылазит. Новая толпа. Целая секта сразу же сюда прибегает и начинает здесь всех гасить. А я их потихонечку, бам, столько один выстрел, и все, сейчас вот посмотрим. Во, видали в этом месте, бам, скрипт, о-о, смотрите, понеслась опять. Бум, столько есть. Так, одна граната, почти что всех завалил. Ну давайте еще одну вам закинем. Во, есть контакт. О, сразу, смотрите, ком тупить начинает. Ха. Ладно, наши гаврики тут-то. Все, кажется, расправились. Да, вот в этом месте почему-то скрипт срабатывает. Ой, елки-палки, это что такое у нас? Что за вой? Что за дикий плач? Блин, так. О, видали, исчезли. Половина трупиков исчезла, это даже хорошо. Это мне уже нравится. Ребята, давайте собирайте стихлут хотя бы. Ну, вообще, как было написано, вообще в них ни хрена нету, блин. Тут это просто живодерня какая-то, самонатуральная. Так, а надо с корабля можно, чтобы они заспавнились? Где-нибудь вон там. Блин, я не знаю, может бегать надо по территории? Что-то так мне на корабле только тусоваться вообще не есть хорошо. Ну-ка, сейчас посмотрим еще раз. Пробежимся бы по этой мертвой точке, может быть опять заспавнится.
Нифига. Наверное, через определенное время все-таки. Продолжаем патрулирование. Сейчас опять, наверное, толпняк заспавнится. Поспал часок. Вздремнул. Устал, говорит, отдохни. Обязательно отдохни. Так, ну что, где у наша? Не пропадала, что-то я не понял. Вообще никого не вижу. Где они идут? Вообще кто-нибудь есть? Когда эта дождь вообще закончится, я не пойму. Так, сейчас мы перезарядимся. Не видать никого вообще. Что-то я не пойму. Патронов набрал, блин. Как это самое, как будто бы на войну, реально. Можно целый взвод, ребята, вооружить. Ой, извините меня, это я улыбнуться хотел. Так, где она? Ой, что-то поплохело, кажись. Время 3 часа. Никто не спит. Люди, что не спите? Что, говорит, орешь? А что не спите? Так, ладно. Шутка не удалась. Пойдем опять испепелять. Я уже что-то в ритм заговорил. Что-то мне скучно, реально, ребята. Что-то волна какая-то скучная. О, есть, кажись. О, пронеслась. Есть, опять, ребята, опять, смотрите. Целый толпняк. Вот это да. Там электрические эти самые гаврики. Вот это да. Бом, столько. Все. Исяк запал весь у них. Ой, бочки только подорвали зазря. Блин, е-мое. Как же так, а? Еще что ли гранату кинуть? Я не понял. Так, ладно, сходим на разведку. Что тут, а кто у нас еще остался? Не, вниз я не пойду, я вниз я очкую. Так, а здесь кто-то бегает? Где тут автой? Ной, товарищ ты. А, не внизу, засранцы. Так. О, кошки! Кошкин. Ёлки. Где там еще? А это кто? О, кошка. Ёлки-палки, это как она меня обошла? Какой это ты стороны, ё-моё. Не, если так, ребята, истреблять, смотрите, самый эффективный способ, это аномальные подствольные гранаты, желательно вороненки, которых я доделал там штук 100. Ну и плюс еще вот этот огнебет коллекционера. Блин, по приколу штука вообще, блин, легко проходить. Нормально. Ладно. Кажись, уже утреет. Сейчас мы еще тут немножко постреляем. Поспали, теперь можно и пострелять. Постреляли, теперь можно и поспать. Помните, ребята, этот фильм, где лягушки сидели в болоте? Одна говорит другой, поспали, говорит, теперь можно, говорит, и поесть. Вторая, и поели, теперь можно и поспать. И так они целыми бедями поспали, говорит, надоело мне, говорит, спать. Это о, свобода! А, свобода! Почему без нас начали? Как это почему без вас? А где вы были-то, засранцы? Где вообще эта свобода тусуется? Так, ну-ка, это кто тут у нас нарисовался, хрен сотрешь? Есть свобода, репутация, отношения, это наши все. Вася синий, Басти, нет, все те же самые. Чё, кто там все орал-то? Почему без вас начали? А где HP, ёлки-палки, свобода? Чё-то я не вкурил. Чё они сообщение-то прислали? HP, блин, оборзели нафиг. Сообщения присылают, они хотят воевать. Так, где у нас гаврики-то все? Ничего не спавнится. Где очередная порция мороженого? Я уже поспал и поел. Так. Ну что, сегодня будет прикол, веселуха или не будет? Или еще можно поспать? Так, когда будут нападать HP? Почему они у меня на корабле спавнятся? Я не понял, толпами. Бам, столько раз, ладно, побегали. Что-то в первый день, по-моему, одни собаки. А, тут уже и кошки покатили, в принципе. Ребята, мне, кстати, рюкзак загрели. Ха-ха, я еще патронов столько не истратил, нафиг. Сколько мне загрели патронов. Так, ты что вы там, где? Сколько вас можно ждать, где? Выходите, ребята. Там что-то все краснеет. О, понеслась. Слышу, ребята, слышу. Где-то есть. Вон они идут. Ой, елки, по каким-то кинул. Вот это да, вот это там, смотрите, что творится. Елки-палки. Ха-ха-ха, смотрите, разлетелись. О, кошаки понеслась. Ребята, кошаки, блин, это кошаки, страшные штуки. Такие засранцы, блин, ёлки-палки. Так, спать. Есть, и разнесся все-таки. Блин, это я неудачно упал совсем. Надо как-то наверх залазить назад. Ладно, сейчас запрыгнем. Так, где-то он еще кто-то бегает. Да бейте вы уже там этого, вот, блин. Кто он там, где он?
Все приходится самому, ребята, делать. Так, где там здесь находится? Так, а что? А! Это да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Есть, ребята. Ой, опять упал. Сейчас вот если здесь заспавнится эта толпа монстриков, то будет мне ой-ой-ой, как не сладко. Пойдем на свою дозорную вышку. О, у нас уже утро. 4:20. Можно до рыбалку собираться. Так, перезарядимся. Хорошечно. В общем, ребята, я не знаю, для чего я вообще корт сюда притащил. И для чего я столько баллонов покупал, блин, менял. Ёлки-палки, блин. Тут вообще, блин, оказывается. Ну, я не знаю, может быть, дальше контролеры какие-нибудь попрут, еще что-нибудь. У меня, в принципе, еще и так есть с собой. Я оружие добрал километр. Ой, бай, ребята, у нас тут выброс. А, я, в принципе, в Дон Кихоте, мне по барабану. Так, а что у меня там от радиации-то стоит? Сейчас, если тут заспавнится опять эта толпа свидей. Или еще что-нибудь. О, пропали все. Трупики поисчезали. Съели. Так, где у нас тут толпа зомбарей? О, кажись, есть. Есть, поперли, ребята, опять. Опять они на корабле, блин. Бам, что-то. О-о-о. Бум, что-то. Кошки, всякая хрень. Кого там только нету. Все. Ой-ой-ой-ой, нифига себе там гранатами кидаются. Бум, столько. Своих бы не положить. Блин, а тут выброс начался. Так, нет, я в себя стрелять не буду больше. А то я сразу убираю. Почему-то. Ну, пока ничего такого не было. Одни кошаки вот лазят. А где выброс, что-то я не понял. Отменяется, что ли? Ой, вот он. Пошла, понеслась, ребята, выброс. Ты что тут-то, братишка? Давай уже, разноси. Они, смотрите, по мне стреляют. Ох ты, гады. Это что такое? Кто это такие? Ха-ха, Баси стал. Ёлки-палки. А, это зомби. Так, я не понял. Хо-хо. Смотрите, они по мне стреляли, короче говоря. Я их поджарил немного. Они вроде успокоились. Вот это дурдом. Или они по кошакам стреляли, я не пойму. Нифига себе, смотрите, выброс начался. Пипец, не, ну все наши же друзья. Что-то они на меня обозлились немного. Баси тут раз и бегал. А, стал опять зеленый. Братан. Ты что, я не понял. Ты друг или не друг? О, выброс покатил. Ха-ха, ребята. Вся наша банда здесь на корабле собралась. Тень позже побазарить? Так, давай поторговать, если... Что ты здесь окуришь? Может вам патронов подсыпать, а? Ха-ха, кто-то там на улице не успел. А, нет, а с той стороны за таймер. Блин, лишь бы сейчас волна зомберы не поперла. А хотя если попрут, в принципе, у меня что тут там пулестойка стоит. Я вообще что-то артефактами обвешался, как этот самый. Теперь меня никакая радиация не возьмет. Я как таракан теперь, ребята. Это не тараканы же во время ядерного взрыва выживают. Блин, мой рюкзак слетел, ребята. Надеюсь, тут его никто не ворует. О, ну хоть посветлело, малеха. Что-то мне надоело уже, чтобы здесь они все постоянно спавнились. Это геморрой, да фигня. Смотрите, тут кто был. Ой, ёлки-палки. Медведи. Ой, ёлки, оборотни. Пипец. Вот это да. Я тоже сам не заметил, кого я грохнул. Ну-ка, пойдем-ка мы лучше по низу пошарохаемся. О, понеслась, ребята, с той стороны кто-то у нас. Ой-ой-ой-ой. Пипец-то, смотрите, что творится. Ёлки-палки, я удачно бомбанул в ту сторону. Ой, электрохимеры. Сваливать надо срочно. Фух, кое-как свалил я от них нафиг. Что-то мне надоело, ребята. Давайте еще разок вниз спустимся, посмотрим. Может быть, тут повеселее все-таки будет. Корочков жирно захотелось, блин. Где они тут все? Ну-ка, ну-ка, место спавна. О, кажись, кто-то есть. Где она только? Ой. Ребята, что-то там понеслась. О, смотрите, что творится. Они с той стороны, ребята, атакуют.
О, пипец, контролеры, ё-моё. Сидите, что творится? Бам, сука, ой. Я сам себя чуть-чуть не порешал. Ох, нифига себе там битва. Это я зря спустился, короче. Блин, меня же захерачит. Вот это там хибер, пойдет на ту сторону. О, контролер появился. Ну-ка, сейчас посмотрим. Так, контролеры уже порешали. Ага, мы сделаем бой, пойдем. Ах, Кимеровульф. Жареный теперь. Есть контакт, ты тоже давай иди сюда. Ребята, мисы. Прорвемся. Так, все, кажись, отбились. Пипец, нафиг. Это что тут такое? Нифига себе. О, опять электроконтролеры были. Офигеть. Вот это да, вот здесь. Ой, ё-моё. Смотрите, одни хиберы. Целое стадо было. Нифиндра себе. Пипец попадалово. Так, братишка. О, а это кто такой? Нифига себе рожа. Смотрите, вы просто гляньте. Блин, это пипец нафиг. Вот это страшилка. Оба-на, нам снова подогрев подкинули. Так, а где оно? Ха-ха, Седой, ты чё, куда ты закидывал-то, рюкзачишка? Ага, вот он. Ну, заберем. А остальные братья... Ох ты, что-то шрапнель у нас имеется. Это заберем. Так, на корт. Лента, 150 патронов. Не, пусть остальное лежит. Эти вроде бы не воруют. Так, где у нас тут опять 25? Пойдем искать. Раз, два, три, четыре, пять. Снова я иду искать. Так, вот они, ребята. Ох ты, смотрите, что творится, а. Ха-ха-ха, удачно я зарядил. Пипец. Ёлки-палки, сейчас я пособираю этих лапы. Так, ну-ка, где? Все, все? Ха-ха, и сдохли. Где это было неинтересно. Вот это я удачно попал, блин, красавчиком с одного выстрела, блин. Я не знаю, зачем я эти вороньотки простые гранаты брал. Пока ума не приложу. Но у нас тут вон уже псевдогиганты начали спавниться. Это уже меняет дело. Меняем тактику. Надо использовать патроны от корда. Сейчас попробуем. Правда, он не бегает нифига. Ну да ладно, попробую справиться. Если тут псевдогиганты поперли, значит будем их так долбить. Так, пока спрятаем. Ну-ка, где вы там? Засранцы, ну-ка выползай. Выходи, подлый трус. О, есть контакт. Поперла, ребята, поперла. Только вот где она поперла? Что-то я не вижу никого. А где толпа? Где коллектив? О, еще свободосы, смотрите, подперлись. Ха-ха, нормально. Подбога. Так, не, сегодня будут монстрики или не будут, я не понял. Куда делись? Так, надо сюда поближе подойти. Что-то мне охота с корта пострелять уже. Свобода, а нафиг вы здесь тоже, вы же смертные. Сейчас начнется здесь веселье. И вас, походу, еще забочу, блин. Потом репутацию с вами меняй. Так, а где вся банда? Не понял я юмора. Чё-то никого не видать. Одни свободосы приперлись, все. Бегает тут, как балбес. 10 часов, нафиг никого не вижу. Чёль-чёль, и никого не встретил. Ой, звуки-то какие, ё-моё. Может, они где-нибудь стоят в сторонке, курят? Сейчас мы повыше залезем, посмотрим. Может, действительно где-нибудь с бинокакаля надо глянуть. Так, ну-ка, достанем агрегат на 100 тысяч киловатт. Нет никого. Что-то странное, турели молчат, смотрите. Вау. О, свободосы здесь сели. О, собаки загавкали. Или бы это мне показалось. В каком горитухе у меня жужжит? О, понеслась, ребята! Вот и пока, я сейчас сверху! Пипец! Вот помощь за гиганты сверху, смотрите! Ты хвалишься, смотрите, ребята! Придется своих свободосов хвалить тоже! Ха-ха! О, бургеры! Электрические!
подожди, ёлки-палки, куда ты там? Кого ты там стреляешь, эх? Ты что, наших пацанов кто-то пытался уничтожить? Ох ты ж, смотрите, они нас отпустить хотели, ребята. Так, сейчас мы тут выкурим. Где они там? Внутри, что ли, бегают? Я не понял. Блин, похоже, что внутри там. Ха-ха, там бойня, ребята, идет. Битва. О, всех загасили. Продолжается наш веселый зоопарк. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Не хватало только геномов. Еще и рубероидов не хватало, блин. Так, ну где вы? Где же вся эта братья? Я уже не знаю, как с ними воевать. Блин, лучше я аномальную гранату поставлю. Мне все равно их еще много. У меня там еще по нычкам штук 50 есть. Так, ну и где вы? Ха-ха-ха, где же тут, а? Где эти сопли? Давай выходите, подлые трусы. Блин, что-то не спавнится нифига. Так, надо, наверное, вниз спускаться опять. Пойдем, походим по низу. Поищем на задницу свои приключения. Блин, уже язык заплетается, ребята. Вылеты задрали в конец. Во, кажись, есть. Только где они? Во, с этой стороны опять понеслась. Так, куда она фигачит-то? В какую сторону ты херачишь? А, вон ту. Вон они там, ребята. Хо-хо-хо, есть, приизничтожил Лизовская. Бам, только вино мы точно поперли. Смотрите, сколько там всего. Хо-хо, живности. Ой, надо повыше залезть. Так, давайте, давайте. Гаврики. О, рубероиды понеслась. О, ха-ха, ты еще бежишь. Ох, какой радостный бегает за мной, а, смотрите. Так, может быть, бочку взорвать все-таки? Куда пошел? Что назад-то убегаешь, Уходи. Ха-ха, не бояться, турель мою. О, рубероид. Почти что рубероид. Все. И этот раз отбились. Блин, а кто здесь был-то? Ну-ка, глянем сейчас. Рубероиды есть. И жабоки тоже есть. Короче, видом мы тут бегали. Блин, опять наших солдафонов покрошили, блин. Эта свобода не успевает, туда на подкрепление подходить. О, лежит, смотрите. Неудачник. Ну, все понятно с тобой, неудачник. Так, а что у меня с патронами? Наверное, стоит все-таки миниган достать. Может быть, вот этой херней воспользоваться. Блин, патронов у меня дохренища. Против монстров. О, штуцер винобой. Ну, он какой-то одноразовый, по-моему. Ну, сейчас посмотрим, что за фигня. Патроны у меня на него 80 есть. Там еще в нычке я затарил. Хорошечно. Ой, по два всего заряжается. Фу, елки-палки. Нет, это неудачный вариант. Лучше вот с этого крошить. Так, вот такую я хочу. Пехотный реактивный огнемет. Еще раз попробовать. Блин, на корт у меня патронов есть. Хватамба тоже. Блин, ну с кордом мы уже веселились. Может, миниган взять? Ладно, оставим это на потом. Сейчас будем быстрее проходить первый день. Седой нам еще посячий подгон сделал. Я только собираю огнесмесь. А, еще для корда я взял патроны. Сейчас вот тогда с кордом мы и повеселимся снова. Блин, может со штуцером побегать? Но это долгая история, ребята. Сейчас будет и будут, 100%. Ладно, попробуем пару штук завалить. О, понеслась. Понеслась, ребята. О, боже. Ох ты, смотрите. Ха-ха-ха, красота какая-то, а. Пипец, за мной целый табун бежит. Вот этот, да, смотрите, кровососы, банки, банки, гномы, ёлки-палки. Надо подальше отходить. Нифига себе там бежит, бомб только. О, хорошо, о, прыгучие какие-то, ой. Ты чё тут разбегался, я? Нифига себе, ты чё, я? О, кровососы уничтожил. Датские кровососы, ребята, смотрите, гномы. Бам, только, бам, на тебе в репу. Ха-ха-ха, зарядил. Хорошечко. О, и мои турельки работают. Хорошо, правильно я их поставил. Так, на тебе. И что там от второго бежать, если ё-моё. Давай добей-ка их всех. Ой, есть контакт. Даже перезарядиться. Эту кого я. Все? Ух, стихло. Ой, пойдем наверх, на эту баню. Теперь уже надо сверху, наверное, бачить всех. Что-то уже мне поднадоели эти все носороги, блин. Как бы сейчас крылатые медузы горгоны не полетели. Это все тут может быть вполне. Блин. Можно, в принципе, попробовать дать этим гаврикам самим отбиться.
Посмотрим, сколько они будут мочиться по времени. Блин, ну, наверное, видео и так уже затянулось. О, ребята. Ой, понеслась. О, вон они. Вон столько. Ага, есть контакт. Ой, сваливать надо. Смотрите, сколько их. Ёлки-палки. Ну-ка, если бы вот так вот. Бам, столько. Бум. Ха-ха-ха, не попал, коры. Бум, столько есть. Вот там, ё-моё. Ну да ладно, пускай сами гасятся. Ой, это что так хромой, смотрите. Ты чё, братан? Не успели. О, ха-ха-ха, смотрите, рубероиды. Зубастые появились. Вот это все. Все, готов? Нет, еще один остался. Куда пошел? Что такое? В дверях встал. Ох ты ж, рубероиды, смотрите. Базу, только базу. Есть контакт. Не успели они до наших девчонок дойти. Это уже нормально. Так, скоро уже, ребята, волна должна закончиться. Я, по-моему, 7 часов начинал. Интересно, а тут как, по времени или как оно тут все двигается? Блин, пипец нафиг. Надо патрончиками подзарядиться. А потом пойти, может, с Ноем поболтать, или, может, сообщение какое придет. Какой-то непонятный кикос, ребята. Что-то я уже больше суток здесь воюю. Может, до 12 надо ждать? Вот как раз-таки у меня сейчас времени почти что 12. Опять свободовцы тут порешали. Блин, ну еще толпняк пришел на помощь спасать нас. Так, ну и где мне скрипта тут ловить? Может, кто-нибудь еще заспавнится? Так, время 12:00. Чё, где у нас-то? 8-й патч. О, еще толпняк целый. Ох ты, смотрите, ребята, что творится. Контролёры. Бам, столько, на, лови фашист гранату. Бум, столько, ха-ха, тут 0-0-2. О, контрик где-то появился. Бэмс. Так, кого-то я пришатал. Ну, контролеров точно пришатал. Правда, не всех я еще прибил. Так, наши там бегают, что-то суетятся. Пойдем спасем. Блин, уже надоело мочить этих всех гадов. Достали в конец. Так, давай. Рубероида. О, ползуны тут приперлись. Вот ты ж рубероида, сколько-то. Ой, елки-палки, ты еще орешь здесь, а? Ха-ха, ребята, опять весело. Блин, вы же были великого. Там столько. Своих. Своих гаси. Всех гаси. Бей своих, чтоб чужие боялись. О, рубероид там, смотрите, мочится. О, контролер пришел, там свистки. Блин, как тебя обойти-то, а? Ой, этого завалили. Все, кажись. Ха-ха, всех примочили. Блин, время уже 12:07. Ничего я не понял. Кого опять ловить? Опять ворон считать, что ли? Когда у нас что-то исполнится-то? Наше желание. Во, контролер. Быстрый контролер был. Ёлки-палки, а это кто такой? Контролер-толстяк. Блин, контролер начали появляться. Офигеть. Что-то их много стало. Блин, и когда же сработает это задание? Что-то это мне никак не срабатывает ни хрена. Что делать? Подождем твою маму, подождем твой отец. Блин, еще контрики заспавнились. Ребята, я не знаю, что это такое творится. Где он? Это кто у нас тут? Где-то контролер жужжит. Вай, где-то далеко. Посмотрим. Опять 25, опять какая-то веселуха начинается. Так, а где он, ёлки-палки? Контролер где-то. Ага, вон, там кто-то ходит. Ой, ёлки-палки, я упал. Упал, отжался. И чё, и всё? Ага, кто-то... Нет, ещё не всё, смотрите. Почему-то я его не вижу. Вот же я не пойму, где же этот скотиняка-то, а, сидит? Блин, пипец, контролер где-то заспавнился, ребята. Все, последняя волна была. Нет, такое мы тебе не будем делать. Давай мы лучше тебя как-нибудь пришатаем вот так вот. Во. А где он, интересно, а?
Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Ты куда делся, гад ползучий? Только что жужжал здесь. Его, кстати, ребята, на мини-карте не видать нифига. Так. Блин, жужжал, жужжал и ушел куда-то. О, здесь это. Пипец. Где он спрятался? Вообще его видно, не видно, а? Мне вот интересно. Блин, хоть бы он по мне атаковать, что ли, начал? Так, он, кажется, кто-то ходит. А, вон он. Ребят, смотрите, далеко. Сейчас я его дубью по башке в тыкву достучу. Вон он пытается смотреть меня. Бабамс. Так, может быть, его сдалека свинобой все-таки бабахнуть, а? Ой, нет. Стой. Вот это мы сейчас бежим. Куда ушел? А, вот он. Есть контакт! Ха-ха, ребята, первый день у нас. Хорошечно. Поговорить с ним. Все, я же говорю, что ты засранец. Нормально. Все, хорошечно. Первый день, первую волну мы, ребята, одолели. Вот это да, кого тут только не было. Так, где у нас Ной? Кстати, ребята, если у вас кто-нибудь из них красных станет, ну, там, мерцающий или еще кто-нибудь, или вот этот вот суслик, который носатый, просто его огнебетом пожарьте, короче говоря, и все нормально, они снова зеленые становятся друзьями. Блин, Ной, неужели это все? Я думал, что мутантов будет больше. Боюсь, это только начало. Радуйся, что остался жив, как и твои друзья. Ты, наконец, убедился в правдивости моих предсказаний. Слушай, еще бы. Такого количества мяса на квадратный километр никогда не видел. Круглов сообщил, что следующая волна настигнет нас примерно через 10 часов. Отдохни пока с ребятами, поспи, набирайся сил. Предстоящая схватка будет еще тяжелее. Среди свободовцев много раненых. Я устрою полевой госпиталь на старой барже и заминирую подходы к ней. Монстры до них не доберутся. Но тяжелораненых нужно будет вывести отсюда. Свяжись со своим пилотом, пусть отзовет их в безопасное место, где о них позаботится должным образом. Часть медикаментов пусть заберет с собой. У тебя в распоряжении 9 часов, не опоздай. А я пока позабочусь о павших. Живое сердце должно им помочь. Ладно, ну я все сделаю. Ха, ребята, это да, не завершено. Волна, день первый, ребята, это лайк, господа. Сергей, снова нужна твоя птичка. Сможешь отвезти раненых сталкеров на неразведанную землю? Местный доктор присмотрит за ними. Я сообщу ему о твоем прилете. Спасибо за игрушки. Да, спасибо седому. Он нам две нычки скидывал. А, нет, три нычки скидывал даже. Но, в принципе, патрончиками немного помог. Сделаем, не волнуйся. Всегда, пожалуйста. Ну что ж, ребята, давайте на этом эту серию уже будем заканчивать. И приступим, как обычно, к передаванию перевитосов. Так, хочу передать перевет Владимиру Водопьянову. Шура, в скором времени к вам подлетит вертолет с ранеными бойцами. Очень прошу, позаботьте о них как следует. О медикаментах не беспокойся. Если что-нибудь понадобится, обращайся, всем обеспечу. Так, ну что у них, когда здесь закончится этот смс? Нуждающимся в моей помощи никогда не откажу. Вот елки-палки, вот они любители потрындеть-то, а. Мы сегодня будем переветы передавать, а? Костику Светло хочу передать перевет. Блейзену Светкею. Ха-ха, хитрому пню тоже передаю перевет. Так, Лике Братцевой передам перевет. Так, еще кому бы передать, а? Ой, елки-палки, я не знаю даже. Мурзику передаю перевет. Давно не заходил, братан, не писал, вернее, комментариев. Ну и Сергею Бондаренко, который пишет комментарии под каждым моим видосиком. Пишите, ребята, комментарии, и вы попадете в мои видео. А на этом, ребята, давайте это видео закончим. Всем спасибо, кто смотрел меня. С вами был я, Старый Сталк. С вами была Зона. А пока, ребята, всем пока и удачного прохождения.